Привет, друзья! Я приехал в сосновые посадки за рыжиками. Хочется почему-то набрать рыжиков, хотя в этом году их набирал и даже заморозил пакетик свеженьких. Хочется еще набрать, пожарить. Вот решил как бы заскочить за рыжиками, потому что сезон заканчивается, уже октябрь вовсю идет. Поэтому хоть грибы пока есть, во всяком случае, люди набирают рыжики. Вот решил съесть, еще и рыжиков набрать. Думаю, что по-любому наберем. Так что смотрим. Думаю, будет интересно. Первый рыжик попался. Чистенький. Смотрите. Попался еще один. Молоденький. Ух. Красота. Смотрите, друзья, какой мощный. Увидел его. Пока что два рыжика и оба чистых. Смотрите, какой яркий. Это рыжики сосновые. Я их как гладыши срезаю. Оставляю, конечно, ножку. Они тоже вкусные. Но их не вытаскиваю. Мне так удобней. Тем более, когда снимаю, одна рука еще занята под съемку. Так, вроде больше нету. Но они, конечно, масса ушли. Их было много. Набирали их все по многу. Я в это время набирал боровики. Ну и сейчас даже трудовые, то попробуем рыжиков набрать. Полно в сосновых посадках разных грибов сейчас пошло поздних. Это рядовки различные поздние. Это маслята еще присутствуют. Рыжики есть. Мокруха сосновая пошла. Грибов разных полезло. Но потому что уже конец сезона, когда еще, как не сейчас. У меня, кстати, здесь попались рыжики. Кто-то здесь все равно перед нами ходил. Дня, наверное, за два. Вот, смотрите. Здесь вот не видели. Там уж порезов много было. Вон вамку какие мощные. Попались. Класс. Это еще один. Вот еще. Свеженькие. Сейчас будем их брать. Вот, начинаем резать. Раз. Чистейший. Супер. К остальным. Опа. И этот тоже. Отлично. Сейчас больше чистых грибов. Когда тепло, первая волна у них, в основном почти все червивые. Мало можно чистых набрать. Большинство выкидываешь, 8 из 10 где-то. А сейчас наоборот. Больше чистых. Даже я бы сказал, в основном все чистые. Оп. То же самое. И этого. Раз, все, берем. Продолжаем. Вон этих рядовок каких только нету. Весь лес усеянными. Здесь вон темные. Видите? Полно разных. Здесь вон всякие. Какие съедобные, какие нет. Тут вот рыжик растет. Опа, чистенький, берем, а вот здесь рядом еще один, побольше, вот, сосновый рыжик, намного крупнее, чем еловые, раз, о, тоже чистый, отлично, ямку
засыпаем. Берем. Вот они. Красавчики. О, вот еще тут есть. Смотрите. Волна-то все продолжается, рыжая. Вон он. Какой классный. Раз его расшатаем этот. Срежем. Микрокорешки эти выкинем. Может, новая даже грибница образуется. О, какие вообще прям суперские. Так, где-то здесь еще видел. Вот еще маленький. Вот еще. Ух, здесь двойной. Этот я даже сейчас сфоткаю для Инстаграма. Кстати, кто не подписан, ссылка на Инстаграм будет в первом закрепленном комментарии под видео. Сейчас походную печку, щепочницу буду собирать. Разогрею еду. Сегодня у меня тоже походная еда. Но сейчас вам дальше все это покажу. Все, уже собрал печку-щепочницу. Начинаем разжигать. Берестой и папоротником сейчас буду разжигать. Вот такими прям палочками можно, шишками. Но шишки сейчас сырые, эти палочки быстрее просыхают после инея. Костер горит в этой печке. Вот, значит, еда. В магазине купил картошка с котлетой. Сейчас это все буду разогревать. Как говорят, вкусное. Без ГМО. Удобная штука. Дров много не надо. Такая печка. Все. Уже все разогрелось. Все подогрелось. Сейчас буду обедать. Вот все разогрел. Сейчас буду есть. Вот у меня чай сладкий, хлеб, водичка, термос. Все, в общем, приятного аппетита всем. Тоже чистенькие, классные. Их забираем. И этого раз красавчика тоже. О, с одного места полянка
До этого полянка, кстати, которую вот снимал предыдущую, там, оказывается, не 5 их было рыжиков, а 7. Там еще 2 было, я их не заметил. Здесь вроде похоже все. А нет, вон еще рыжик есть. Вот. Смотрите. Через загришник они пробиваются. Так, а этот загнивший. Этот мы оставим, пускай лежит. Так. Вроде как все. Больше не видать. До следующего включения. Сегодня даже корзинку побольше взял. Рыжики, они вон какие массивные. Эти булочки все дома почищу. Некогда мне тут их выгребать. Класс. Так вот. Тут еще один не был замечен. Вот его расчистил, вот он показался. Раз его отломили. Все, классный. Чистенький. Супер вообще. Берем. Рядовки фиолетовой тоже много попадается. Но я ее не беру, мне вкус не очень нравится. Вон уж сколько накидал. Почти полкорзины. Даже не почти, а полкорзины рыжиков. Еще один попался. Не все показываю, конечно. Ой, смотрите. А вот этот вот червивый. Сейчас большинство чистых. Вот видите, есть и червивые. Ладно, продолжаем. Даже несмотря на то, что уже... Несмотря на то, что здесь люди ходили... Грибники собирали уже рыжики. Все равно они попадаются. Вот такой вот сосновый лес, молодой милятник. Чистенькие рыжики. Вот еще один тут стоит. Только что заметил вот бугорок. Оп. Забрали. Вот. Но это тоже старый. Старый мы брать не будем. Берем только самые лучшие. Мухоморов, кстати, полно. Дождевиков тоже очень много. Нормально, уже пожарить на большую сковороду хватит. Кстати, друзья, гиграфора позднего тоже полно. Вон он блестит. Еще называют гриб сластена. Вон они маленькие. Вот они всякие. Я пробовал жареный этот гриб. Набирал. Гиграфор поздний. Но мне он не очень понравился, потому что он какой-то сладкий гриб. Сладость какую-то выделяет. Но некоторым нравится. Некоторые его специально за ним ездят, собирают. Но мне он не зашел. Вот рыжики очередные. Зато попались. Так, сейчас его срежем. Оп. О, чистоган. Он какой крупный. Сосновый. Ломился. Да, это тоже чистый. Вот набираются грибочки. Надо будет их сегодня пожарить. Маслята, кстати, тоже хорошие есть. Это вот дождевик. Но маслят полно хороших. И как-нибудь я на днях, наверное, за ними съездил. Хочу их пособирать, сделать суп из одних маслят. Но сегодня у нас, конечно, только рыжики. Не хочу их ни с кем путать. Вот, смотрите, 2 маленьких раскопал. Вот еще один. Вот эти вот хорошие будут. Сейчас даже с
вами вместе. Срежем. Раз. Вон какой хорошенький. Чистенький. Так. Для этих двух. Раз, два. И тоже чистые. Видно. Так, этих берем. Нормально. Рыжики прям полянами растут. Вот еще. Это я вот сейчас в прямом эфире нахожу. До этого я здесь не ходил. Раз его выкрутили. Потом почистим. Смотрю, вот бугорки. А вот под этими бугорками в основном рыжики. Вот здесь загнил. Здесь не рыжик. Так. Здесь рядовки. Целая поляна. Все, прям вместе с вами еще походим. Поищем. Да, рядовок прям немерено. Вон, рыжики опять попались. Вот молоденький. Раз его. Рядом с какими-то, видишь, рядовками растет. Вон рядовки. Так. Вот еще. Рыжик. Раз его. Тоже заберем. Все около корзинки. Он настоит. Все около нее почистим. Да не бывает, и в амху растут, и под иглишником, и в траве. Даже вот сегодня прям везде находил их. Везде они лезут. Но это уже, я вам скажу, волна по рыжику сходит. Пик он уже прошел. Представляете, в пик, сколько его было, и все они были такие маленькие. Еще один. Вот здесь тоже в амху. Опа. Здесь, конечно, червивые, да, вот сегодня мы видели. Есть уже загнивающие, которые не успели вылезти. Не смогли, так скажем. И загнили под этой травой, под иглишником. Ну, вот таких отличных тоже можно набирать. И нужно набирать. Почистим их сразу. Оп, чистенький. Забираем. Тоже чистый. Ну и эти два шикарные. Вон бутылочку с водой. Ух, сколько рыжиков. Почти корзина. Корзина литров 11, наверное, 12 даже. На большое ведро 12-литровое. Почти целое. Сейчас пойду в сторону машины, еще что-нибудь докидаю. Концовку, наверное, дома запишу. Как они будут жариться. Ну вот, друзья, закончил я сегодняшнюю тихую охоту на рыжике. Сейчас поеду домой. Вот, почти целая корзина рыжиков сосновых. Брал только чистые. Сейчас домой поеду, попробую их пожарить в сковородочку. Оставшиеся грибы, если останутся, заморожу на зиму. Ну вот, друзья, целлофановый пакетик. С рыжиками на зиму пойдет еще в заморозку. И вот целая большая кастрюля сейчас будет жариться. Чисто одни рыжики будут жариться, целую сковороду. Вот грибочки жарятся. Тут только лук порезанный. И соль. Больше ничего не добавляю.
В конце добавится еще укроп и перец. Ну вот, друзья, рыжики жареные с луком. Сверху еще свежий укроп и перец. Больше ничего не надо. Можете добавлять к картофелю, либо так есть. Красота. Рыжики еще есть. Еще можно набрать.